Здравствуйте, друзья! Сегодня готовим с вами десерт. Легкий, вкусный, полезный, недорогой и, что немаловажно, готовится быстро, без выпечки. Это торт или пирожное на основе нежнейшего творожного крема, банана и песочного печенья. Такой десерт придется по вкусу всем. И даже самым маленьким капризулям, которые не хотят есть творог. И сегодня я расскажу и покажу, как его приготовить и что нам для этого понадобится. 300 грамм творога, 100 миллилитров сливок 20%, 2 столовые ложки меда, 2 банана и пачка печенья, примерно 160 грамм. У меня вот такая пачка песочного печенья, 160 грамм, здесь 14 штучек. Как раз хватает для формы 20 на 20, чтобы уложить в два ряда. У меня будет двухслойный десерт. Творог я советую брать пожирнее, от 5%. С ним крем получается более густой и более вкусный, так как он совсем не кислый. Следовательно, и в десерте не будет этой молочной кислинки. А во-вторых, в жирном твороге в два раза лучше усваивается кальций. Ну что, давайте приступим к приготовлению. Приготовим крем. Творог переложите в удобную глубокую емкость. Добавьте мед. Мед можно заменить на сахар или сахарную пудру. Будет также вкусно, также сладко, но чуть менее полезно. Один банан порежьте произвольно и добавьте к творогу. А второй порежьте кружочками, толщиной не более 0,5 см. Это для прослойки. Оставим пока в стороне. Теперь возьмите блендер и начинайте взбивать творог с бананом до однородного состояния. Постепенно добавляя сливки, чтобы регулировать густоту крема. Возьмите форму, в которой будете делать десерт. Выложите дно слоем печенья. У меня одно печенье будет определять порцию. Сверху на печенье выложите половину крема. Нарезанный кружочками банан тоже разделите на две части. Одну часть выкладываем равномерно на крем. Делаем еще слой печенья, слой крема, слой бананов. Вы можете сделать больше слоев, ориентируйтесь на размер своей формы. Сверху наш десерт можно украсить, например, посыпать крошкой из того же печенья или тертым шоколадом или ягодами. Десерт готов, только надо дать ему пропитаться и как следует охладиться. Для этого я накрою его фольгой и уберу в холодильник на пару часов. Когда десерт полностью пропитается, разрежьте его на порционные пирожные и угощайтесь. А как пахнет! Очень-очень вкусно! А в летний сезон можно банан полностью заменить клубникой. Будет вот так вот. Друзья, хочу сказать всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайк, балуйте себя и своих близких разными вкусняшками. Пока-пока! В десерте тоже не будет этой молочной кислинки. Давай еще раз. Это торт или пирожное.